осмотрел заявление Чебан Серафим Николаевна, улица Космонавтов, на лечение. Кто за, что выделить? Против? Воздержались. Пункт 13. Для организации праздничных мероприятий ко дню станции его, конечно, 8 ноября 2016 года. Кто за? Против? Воздержались. 6/14. Выдача доверенности юристу при Марии. Кто за? Юрист при Марии Славец. На период мандата. Против, воздержались. Уже решали. Нет, кто участвовал в этом? Дальше. 6/15. Об утверждении положения об осуществлении торговой деятельности на территории ВДНШ в новой редакции. Есть предложение утвердить. Каждый ознакомился с положением, положение прилагает. Кто за то, чтобы утвердить? Кто за? Против? Назначение опеки над недееспособных Карьенко и Татьяны с 1 года рождения. Кто за? Против? Воздержались. 6/16/1. Об учреждении опеки несовершеннолетним Цуркан Виталий. Комиссия за осмотр. Кто за? Против? Воздержались. 6/17 от освобождения от уплаты за детский сад. Комиссия рассмотрена, с руководителями тоже. Против? 6/18 от проекта бюджета 2016 года в первом чтении. Есть предложение согласиться с предложением премьер-министра. Доход на час 20 миллионов 200 тысяч. И расходные участки там, без предложения там согласиться. У меня есть вопрос, дополнение, вернее. У меня есть дополнение по пункту культура, искусство, спорт. Уважаемые коллеги, вы все знаете, что у нас в Доме культуры есть новый работник по танцу Михаил Федорович Савастин, вот он здесь присутствует. Благодаря ему был организован прекрасный детский коллектив, мы все прекрасно знаем. Они